Приветствую, ребятки и девчата! Мы продолжаем с вами нарабатывать режим вышибала в игре Dota Underlords. В прошлый раз мы с вами успешно заняли топчик 2, используя троллей, рыцарей и, увы, не дособирали падших. Ну, редко удается полностью всех собрать. А иногда наоборот, ты их пересобираешь. Ну, посмотрим, что будет в качестве начальных сборочек. Нифига себе. 741 уровень. Этот чувак явно будет топовым. Никогда таких не видел. Блин, давайте через целителей и драконов. Да уж. Никогда бы не подумал, что встречу на таком ранге такого задрота. Как вот его переиграть, и панику не запомнил, кто из них, но посмотрим. Он-то наверняка знает вообще все наизусть тут, и сражаться против него... Единственное, что удача может быть не на его стороне, а так он обыграет нас. Так, Омник, отличное начало. Ну и террора возьмем. Так, из драконов хорошо бы ДК и Вайпера, конечно. Чтобы прям полностью была связочка драконов. Ну и целители, конечно, Дазван. Дальше по ситуации. У меня всего лишь 90 уровень, у этого 183. Ну да. Разница в два раза, хотя я тоже достаточно много наиграл в эту игру. Ну-ка. Не, Сларк сейчас набьет тут себе всего и будет его не перебить. Уже много ловкости себе настакал. Просто. Давай, умник, успей кельдуться. Не-не, ну почти. Сларк перетачковал всех нас. Против Сларков вообще надо брать какого-нибудь чувака со станом, там, ту же медузу. Давайте одно. Не хочу все время алкаша брать, а Нексис, чтобы надо как-то комбинировать. Ну и Хопгена тоже давно не брали. Так, пока, конечно, террора, скорее всего, сейчас поставим. Так, анчу улучшаем, да, террор идет в бой. Так, цемку возьмем для КД, но... Нет смысла уже. Свапать, не свапать. Полностью апнутая ЦМ-ка дает КД, напомню я вам, и КД скиллов, кулдаун, вот, и очень даже эффективно. Практически при любой сборке, главное, чтобы чуваки кастовали скиллы. Для того же умника это прям идеально. Ничего, главная угроза на нашего волчонка заюзали, что нас снова перебивают тут. Без шансов? Да, без шансов. Энна тут уже не затащит, хотя победа была близка. Не переиграть мне, наверное, их будет. Но поглядим, что будет дальше. Как вариант для Омника. Эта штука увеличивает лечение союзников, так еще и целители дают ему. Акспектрон. Деревце улучшаем, умник. Ну еще раз. Снова спектра. Закрепим, может быть нам полезно на самом деле. Ну вместо террора можем спектру поставить. Спектра чуть-чуть посильнее должно быть. За счет чистого урона. За счет пустоты, вот. Ой-ой-ой, лич. Сейчас он позарядит по нам шарик, и на этом все закончится. А шарик-то будет очень мощным. Да ладно, победа, неужели?
Но лично мне он много нанес. Да. Многовато. Но мы как-то выдержали. Повезло. Так, спектру, да, как я и хотел. Улучшаем террора, сейчас, скорее всего, поставим. Еще одна спектра. И террора вдобавок. Ну, отлично. Кто там все улучшает и улучшает. Эти звуки прям подпугивают. Постоянное улучшение. Мне бы так. Неплохо, ты тут бабку вооружил. Ну-ка, давайте, давайте, парни. Ух-ух, артобстрел. Неплохо. Неплохо. Спектра хороша. Такс. Тут не знаешь, но пусть будет. Пусть будет то лезвие. Как мы это называли в доте? А, улучшенное ШБ. То. Идеал. Теперь бы дазлика хотя бы выбить. Нет, вообще, наверное, не выбить. О, омник. Кто ж знал? Ну, ЦМ-ка, да, уже не котируется. Закрепим. Омник дарует нам много всего полезного. Тем более, учитывая этот артефактик. Ну-ка, давай, спектра, со спектроем мы справимся. Во-во. Просто на куски всех. Террор только махнулся с ней хпшками. Вот почему не очень хорошо его так держать. Мог бы просто подставу нам устроить. Просто подставу, но тем не менее. Серия страх побед уже хорошо. Два чувака выбывают. Ну-ка. Омника, конечно же, берем. Без него никак. Так, на кунку так, на подстраховочную. Нет. Пока террор. Целителя я сегодня не выберу. Ну ладно, пусть стоит пока так. Вот. Хотя бы бонус человека дарует нам для восстановки мана. Люди. На самом деле это хороший тоже бонус, если через колдунов людей играешь прям хорошо. Половина из людей колдуная. ЦМ-ка, кипер, Лина. Ух, ух. Чё, в хлам разорвали нашего противника? Отлично. Да-да, 2Н. Твой труп не только в переулке найдут. Уверяю. Такс, 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 такс. Ну, давайте-ка еще разочек. Вот для скорости атаки самое то. Тут можно, конечно, террор отдать его. Ибо, возможно, мы его апрем. Так, вместо кунки надо тоже подумать, кого. Пока оставим его, конечно. Вот Лина могла бы помочь. Террор улучшается, все отлично, отлично, радует. Пак улучшается, вообще класс, 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 класс. Ну давайте Линолю поставим, кунка пусть отдыхает. Хорошо прокачанная Лина, прям замечательно. Она тоже человек, поэтому особо ничего не потеряли. О, Лего у тебя тут, сейчас будет дуэлька. Кого там задуэлил-то? Кого бы ты там не задуэлил, тебе это не помогло, я смотрю. Славненько. Разносим? Разносим. Серия из 5 побед.
Мне уже начинает казаться, что мы выйдем победителями. Так, это не тот самый чувак, который у нас... О, Дазо, как не вовремя, как не вовремя. Вряд ли нам еще Дазо-то выпадет. Так, Линоли, конечно же. Выпал, окей, окей. Какой там шанс выпадения? 22%, нормально. Ну-ка, что же будет тут? Оу-оу. Разрезали их лорды сразу же на куски. Тут эти убийцы, чего? Тут он меня, конечно, заманил с ларком своим. Даже спек... Да ладно, спектра просто тащит. Она оказалась сильнее, чем с ларк. Ладно, впечатляет. Можно, надо тут же подумать. Я хочу все-таки Тараску. Сатаник, хорошо. Или вампирочку для всех. Давайте вампирочку для всех. У нас еще бабка не улучшена первого уровня. Ну вообще... Ну лича возьмем сейчас. Вместо бабки хочется какого-то еще дракона. Так, Линуля. Нет. Вообще нет. Дерево хорошо улучшили. Какой-то еще дракон. ДК, надеюсь, выбьем. Может, что это вообще не дело. Воитель у нас спереди все лучше, да, сзади. Ну что, ну Лина хорошо будет, если третьего замечательно. А, снова против тебя. Если сейчас и там выиграю, то там падем. Ну-ка. У спектры еще сатаник даже не активировался. О, разорвали спектру. Нет, смотрите, он меня порвал. И что, я тут и там проиграл, что ли? А, вот, с тем расправился. Остался этот. И, вероятно, это тот самый чувак, который... 700 там какого-то лаула. И снова будет топ-2. И снова я на втором месте. Даже уже не знаю, что придумать против него. Лину лучше. Ну, тебя, Кинг, возьмем, конечно, но толку-то уже. Ну, Вайпера, да. Вместо бабки. Ну, Кинга придется ставить. Че? Не все. И все. Ну, Кинга вообще лучше сзади. Хотя убийца ее навалится сзади. Да, он сильнее меня. Тут только если вдруг какая-то удача там со скиллами не прокатит. В чем я очень сомневаюсь. Вон, террор только перевоплотился, его разорвали на куски, спектру разнесли все. Какой он меня там сборкой-то разнес на куски? Призыватели, там тролли, убийцы, ну, опять второе место, да что же ты будешь делать? Получили, конечно, рейтинг, это круто. Мы апнули, кстати, рейтинг до следующего типа босс. Да? Босс один. Что ж, никогда такого ранга на самом-то деле не было, так что в плюсы все равно выхожу. Вот такая схваточка. А нельзя ли как-то понаблюдать, чтобы понять, кто он был тот самый? Ну, скорее всего, тот самый был чувак, вот. Ну, вот такая вот каточка. Топ-2 снова. Повышение ранга до босса 1. Не может не радовать. Ну, а с вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.